Теме безопасности и жизнедеятельности посвятили пятую смену военно-патриотических объединений «Тюменский форпост». Она проходит в детском оздоровительном центре «Алые паруса» с 9 по 22 февраля. В ней приняли участие около 200 человек. Это представители регионального отделения российского движения школьников, юнармии, центра «Аванпост» и другие. Ребята проходят мастер-классы по безопасному поведению в различных жизненных ситуациях, в условиях природы и города, общаются с мастерами спорта по поисково-спасательным работам, а также уделяют время информационной безопасности в интернете. Очень много позитивных, ярких эмоций. Очень сильно жду классные встречи, чтобы познакомиться с новыми людьми. Жду больше ассоциаций, чтобы общаться с другими отрядами. Ну и вообще, всем желаю замечательной, хорошей смены.